Когда я был маленьким, нам тогда приходилось туго. А теперь оглянитесь вокруг. Привет! Когда нужны звуковые эффекты, но нет возможности приобретать инструменты для саунд-дизайна, не надо отчаиваться. Есть классные варианты со своей особой магией, но при этом они официально в свободном доступе. Сегодня некоторые из них я покажу и испытаю, и не всегда по прямому назначению. Погнали! От вас что требуется, друзья мои? Дисциплина! Первый – это дроид от компании Soundmorph. Его особая магия – в генерации электронных звуков для пользовательских интерфейсов. Само название, оформление и звуки как бы намекают. В свое время Бен Бёрд для создания голоса дроида R2-D2 из «Звездных войн» использовал синтезатор ARP-2600 и собственный голос, чтобы показать эмоции. Можно даже найти туториалы, как на этом синтезаторе создавать подобные звуки. Но сегодня этот синт иметь не обязательно, потому что есть дроид. Подробно я его рассмотрел в своих группах. Там я разобрал, какие ручки за что отвечают. Подключайтесь. Но если вкратце, тут есть три модуля, создающие три разных звука. Управлять ими можно с клавиатуры или включить рандомизацию между ними. Просто жмем REC, и все записывается в файл в хорошем качестве. После этого можно отрезать лучшие моменты и получить разные интерфейсные звуки. Ссылки на все инструменты, которые сегодня смотрим, я укажу в описании. А следующий — это Pol Stretch и Pol X Stretch. Первый — это приложение, запускается с рабочего стола. А второй — это плагин, созданный на основе первого. Его особая магия в умении удлинять любой звук до невообразимых размеров. И звучать это будет сносно. Можно из короткого щелчка создать длиннющую звуковую текстуру. Источником может быть что угодно. Это полезно для создания эффектов типа ambience или пэдов. Если пытаться сильно растягивать звук средствами рабочих программ, то появляются заметные искажения. А тут принцип работы другой, и удлинить можно насколько угодно. Есть разные режимы растягивания или сужения. Можно растянуть весь файл целиком, а можно, например, только серединку. Pol Stretch годится скорее для экстремальных изменений. Исходник сразу теряет транзиенты, а для атмосфер это то, что нужно. Есть еще настройки. Ну и экспортировать можно либо все целиком, либо только кусочек. Это отмечается в процентах. Более новая версия, все то же самое, но некоторые функции отсутствуют. Но зато можно менять местами эффекты, закольцевать звук и даже заморозить. Ну а в VST-версии Pol X Stretch можно закинуть файл не целиком, а записать только нужный фрагмент. Ну а поскольку это плагин, можно сразу на записанную атмосферу добавлять что-нибудь еще. Например, вот такую штуку. Obvious фильтр позволяет из любого продолжительного звука получить разные ритмические рисунки. Но его особая магия в другом. Помните, в прошлом ролике про морфинг мы перетекали из одного звука в другой? Теперь мы можем плавно перетекать между ритмами. Возможно, это интереснее скорее для музыкантов, но тут я нашел крутую идею для саунд-дизайна. Сначала просто глянем, что это. В целом, это весьма занятный и симпатичный фильтр. Даже целый ряд фильтров. Встроенная матрица модуляции и разные осцилляторы помогают настроить эффекты и призвуки. Самое интересное в начинке. Тут огибающие, между которыми перетекаем. Их может быть до 10 штук. И каждую можно либо выбрать из пресетов,
либо нарисовать. Здесь очень удобный и гибкий редактор. Либо пусть огибающие создаст и настроит рандомизация. Еще есть масса пресетов, с помощью них можно уже получить некоторые музыкальные идеи. Например, вот на разных дорожках с одним и тем же звуком стоит Obvious с разными настройками. И это все бесплатная версия плагина. Найти можно вот тут. Здесь зрители аплодируют. Аплодируют. Кончили аплодировать. Приветствую вас. Давай. Но чем еще Obvious фильтр полезен именно нам? Еще одна крутая фишка. Можно увеличивать скорость для каждой огибающей отдельно. И тут у меня появилась вот такая идея. Возьмем пару огибающих на выбор. У второй увеличим скорость. Кстати, это сработает вообще без какого-либо звука, только с осциллятором и резонансом. И теперь, управляя морфингом и высотой тона, можно создать звук какого-нибудь футуристичного или мультяшного двигателя без особых знаний в синтезе. Можем менять величину оборотов движка и высоту, и другие призвуки для живости на свой вкус. Можно увеличить количество огибающих, чтобы на разной величине оборотов еще детальнее менялся звук. А потом просто пропишем автоматизацию. Вот такой импровизированный моторчик. Но если вы хотите научиться саунд-дизайну более сложных двигателей на синтезаторах, могу рекомендовать видео Игоря Багарова с канала Garrett Sound Design. Из чего состоит движок? Тут он подробно объясняет всю логику такого саунд-дизайна. В целом, вот так делается базовый вариант двигателя реалистичного. И другие видео на канале тоже полезно посмотреть. Если вы не поняли, тут все про саунд-дизайн. За всю свою жизнь я не смог... А он смог. Саунд-дизайн. Ну и к слову о синтезаторах. Их тоже можно найти в свободном доступе и даже учиться на них, если вы новичок. Например, есть Ultra Basic. Здесь все максимально просто. А чтобы было еще и наглядно, можно воспользоваться бесплатными анализаторами от Melda Production. Кстати, тут у них раздается целая пачка полезных бесплатных плагинов. Тоже имейте в виду. Все смотреть не будем, но советую вам изучить. А сейчас я открою M-Analyzer, M-Стереоскоп и M-Осциллоскоп, в котором можно еще вот такое окошко раскрыть. Вот теперь в Ultra Basic можно выбрать простейшие формы волн или шумы и, глядя на анализаторы, тренировать свое понимание работы ADSR. Еще тут есть простой фильтр, низкочастотный и высокочастотный. Срезаем, слушаем, наблюдаем и понимаем, на что влияют ручки и как ведет себя звук. Есть панораматор. Реверберация. И даже LFO. Все можно крутить, настраивать. В общем, для старта само то. Ведь эти и более сложные параметры есть в полновесных синтезаторах. Но для более продвинутых есть Vital. Тоже бесплатно и уже с несколькими осцилляторами, фильтрами, LFO, множеством встроенных эффектов, кучей возможностей по маршрутизации, рандомизации и пресетами. Есть много классных фишек и обзоров на Vital, уверен, что изучить вообще не проблема. А теперь я покажу интересный способ поиска идей. Нам поможет инструмент, который может из любой картинки сделать звук. Из картинки звук. И наоборот. Это SoundArt, программа от Stone Voices, нашего соотечественника.
Открываем в ней любую картинку или фото, жмем Convert, и с помощью особой магии, а на самом деле преобразования Фурье и математики, появляется звук. Можно подстроить разные параметры и преобразовать изображение. Потом снова жмем сюда. Хороший способ получать необычные текстуры и идеи. А если использовать картинки с наклонными линиями, можно получить даунеры и райзеры. Но и это не все. Можно этот звук обратно превратить в изображение. Это уже не по нашей теме, я не представляю, как нам это пригодится, может для создания обложки к альбому, но у меня есть другая идея. Есть такая программа Spec, создает из звука его спектрограмму. Полезно, допустим, для научных статей на тему сигналов, но мы сохраняем и открываем через SoundArt. Не забываем поправить параметры на вкус. И вот они, новые идеи для атмосфер, звуков для интерфейсов или гличей. Ну и говоря о гличах, вот вам еще целая пачка плагинов для искажений. Первый это Tape Cassette 2. Создает эффект, будто ваш звук записан на пленку. Можно настроить ее насыщенность, шумность и дрожание. Второй — это Crush. Очень гибкий бит-крашер с разными алгоритмами. Может элегантно и полностью уничтожить ваш звук. А может делать это частично и даже по огибающей LFO. Полезная штука в арсенал. Ну а Vinyl это совсем другого рода искажения. Эмулирует виниловые проигрыватели разных годов. Причем скорость вращения можно менять. Добавить механические шумы. Электрические. Пылинки. Царапины. Изменение питча. Артефакты винтажного сэмплера и потери высоких частот. А еще можно сделать эффект остановки пластинки. А перед тем, как пойти отдыхать, вспомним про пространственные эффекты. Есть один такой, создающий особую магию нажатием одной кнопки. Это Magic Dice, и кроме этой одной кнопки и величины подмешивания, больше ничего тут и нет. I love rock and roll, supporting us a diamond jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time. Плагин нужен для креативных и неожиданных эффектов. Как раз то, что мы любим. При каждом нажатии случайно меняются настройки реверберации, дилея и различных модуляций. И они никогда не повторяются. Возможно, вы никогда бы не догадались применять такие эффекты в таких пропорциях в обычной жизни. А если вы устали от работы, то ребята из Clef Grant дарят 3 игры-плагина, которые помогут расслабиться, не выходя из рабочей программы. Первая — это Clefris, аналог знакомого Тетриса. Здесь, в общем, все по-старому, управляется с клавиатуры. Вторая — FFT Fight. Размещаем на дорожку с аудио, нажимаем воспроизведение, и с помощью мыши управляем желтым шариком, а сверху все быстрее и быстрее сыпятся враждебные, ну скажем, сосульки. Надо от них уворачиваться. Разработчик говорит, что алгоритм падения зависит от воспроизводимого материала. Но больше всех мне нравится третья игра — Flappy Mix. Шарик
Шариком надо пролететь сквозь пещеру и ничего не задеть. Теперь тут отчетливо видно, что пещера создается на основе загруженной аудиодорожки. Занятно, что чем громче и сильнее скомпрессирован звук, тем сложнее. Получить эти плагины можно после регистрации на сайте Clef Grant. В своем профиле вы найдете этот пак игр, плюс пару занятных инструментов в довесок. Это Guiro, перкуссионный инструмент, и Santa Juicy. Санта-Клаус будет исполнять любую написанную вами мелодию. Чуть позже и на них глянем. Итого мы глянули больше 20 полезных программ и плагинов, бесплатных. В общем, есть много доступного софта. Делитесь и своими находками. Делитесь и размножайтесь. Всем сточного звука. Пока. Куда же вы, товарищ? Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Oh,